Поехали, пошли этот канал рейда. Хотел с вами по-нормальному. Мы не ставьте шкаф в окне и погнали, будем начинать сразу. Дай одну испытание. Не, мне не надо соплатить, оставляй. Ты 45. Ладно, кину. Потом на нуба. Кидай, кидай, кидай. Ты мне 45 даешь. Вижу, вижу. Со сопротами хилы к Войду и там Юи по хвалам. ДДшные фласки у Сасуны все взяли. Так, напоминаю, первого босса, третья пачка РДшников слева, четвертая справа, питьевой буревестник Майликс слева хилит, Полинор Мавар справа. Ну... Так, я... На Йоми надо еще что-то с боссом? Вчера мне твином кто-то плеснул. Он, наверное, на замену хочет твином посидеть, пройдя, а мы ином пойти побежать, типа такого. На Йоми... Да потому что вот взял Good Help, сменил хапала, значит надо что-то искать, думать с хапалом. У нас ни одного хапала не осталось постоянно. Сейчас Вадим и Саня будете ролить по приоритетам. Янский, заходи. Мой Ликс пекайся в ДД, я сейчас в хапале пойду. Давай тогда мой Ликс ДД. Санька в хапала. Этот, на Йоми, тебе что-то надо с первого босса? Ну быстрее. Да, нет, не да. Хочу взять. Слышно меня? Да, окей, лоб какой-то. Будрейвен, по-моему, тебе ничего не... Дать-ка Будрейвен. Ладно, давай Машу просто вместо Троянского. Троянский, заходишь? Андрей. На СПД за определенно. Кидайте обмен. Так, напоминаю, первого босса бьем. Первая пачка слева, вторая справа. Ой, первая пачка слева, вторая кому справа. Кому подходить за апом? Сань. Подспуме. Подспуме. Дайте обмен за СПДшными определенно.
Будем стараться. Короче, первый фридом будет адвокат, и второй от Романыча тогда. Рома, у тебя же прокачан фридом? Или нет? Все отлично. Когда выходит ледяной рев, все убирают петов своих, абсолютно все. Все фласки взяли. Мне показывают, что Дексиона дисконнект. Заходишь? Ну тогда первый Романыч, второй Малик дает. Дексиона релогается, у него лагает. У меня кулаки. Ну и в Акате тоже кулаки есть. Тогда я сейчас пять летаю. Типа, если кому-то не надо лететь, пусть пекается. Все, давай Дексиона. Обмен за флаской, если не кидал. Пейте все фласки. Подождите пока, ну сейчас. Чмём так МКшку. Сумоньте. Засумоньте Дексиона. Свою. Окей, свою, так свою. Маша, можешь в ордурушку прыгнуть. Все, ставлю рыбу. Хорошо. Вадим, ты уже спекнулся? Сейчас, вкачиваю. Угу. Дайте столик. Сразу говорите, кому там со второго босса нужно будет шмотки, чтобы быстро сразу поменяли и погнали. Давайте фул ребаф. Хочу сегодня побыстрее все пройти, что нужно. Готовность на пол. Я захожу, или меня заменили уже, я не знаю. Алло. Есть кто на замену хочет? Один. Апокалипсис, надо что-то? Не, Будрэ вставай. Не надо ничего, да? Давай, вместо, не, ну, вместо кого меня заменили, давай изменить. Да, давай. Вы это топнись просто. Саня. Ребахните Троянского. Да я еще даже не все. Тыкни столик. Зачем эти столики вообще? Ну теперь кулака нет, если каска есть. О, все, спасибо. Умойте Троянского, дайте фласку ему, Сацуна возьми. Апокалипсисов не, пожалуйста. Иди, я тебе кину в отдельную пати сейчас и Ерием. Не ливай ты код групп. Да не ливай. Оставайся, я тебе в первую пачку кину, ты можешь регать арену. Все, готов. Троянского засмоньте. Он не здесь. Перебахните его сразу на ходу. Блять, не ивкашьте, Буревестник, Романыч, Райлос. Сука, Ваня в пизду вообще, блять. Так чё ты не жмёшь, что ты здесь? Сань. А чё, мы в 4 хила идем? Оставьте шкаф, Локи. У меня не показало, что ты нажал. У меня показало крест. Нажал. Блин, просто я ЕП начисляю, так придется все отдельно начислять. Ладно. Все, с Троянского ребаф по пути. И погнали. Третья пати РДшников слева, четвертая справа, первая пати относится к третьей тоже, пятая к четвертой, но я там назначал. Да, похлован на ядовитой. В огне кто сдохнет, сразу минус 500 ЕП. Это ваши проблемы. То же самое, кто рёва ловит, сразу минус 1000.
На реве, напоминаю, всех, все петов убираете. Чтоб не сдохнуть в огне, лучше не дамажьте. Также, кто бурсты нажмет на первого босса, буду следить, потратит. Тоже буду снимать. Первого босса можно без бурстов убивать, но с урона более чем достаточно. Выбежал. Молодец. По гоблину также сразу все свечи эти занесли гоблины на Эльдексиона. Два мура прохил. Эльдексиона можешь под боссом кастовать. Стопай каст Дексиона. Ну, 5 можешь кастовать. Еще раз на Дексиона повесил. А, не, не на Дексиона. Почему еще жив до сих пор? Он. Следующий. Войда прохейте. На стационе гоблин. Прикольно, наверное, танчи до конца. Сацуны боб, точнее, закинешь по Юй. Просто по похвану не нам. Я вижу, как она. Так, третья пачка РДшников Луна, четвертая трусы, пятая ром. Первая пачка относится РДшников к Луне, вторая к трусам. Если там есть. Саш, спущусь на канал ниже, если понадобится, крикни мне, ладно, пожалуйста. Просто на нубов, скорее всего, понадобится. Ну, просто крикни мне, а он ниже спустился. Ага, хорошо. Хорошо. Играли по кислотной, Геру отдали. Бурсты все прожали. Мы должны ее убить уже, наконец-таки. Она не закопалась. ДПС выросла, до сих пор не убиваем. Первый торчок пойдем. Нажми US Bomb. Подбежали все в ромб на разморозку, кого заморозило. Убиваем. Первая пачка миликов слева бьет, вторая справа. Не успели. РДшники добейте, милики идите бейте. Огненную. РДшники добейте кислотную. Веди прям похован кислотную в огненную. Ну ладно. РДшники набрали рейндж. Милики приготовились тоже разбегаться. Похована даст массакру, мастера урна огонь кто-нибудь. Разбежались милики. Рейндж держите. Все, не сбегайтесь. Убежали. Войд, мои лик, отлично. Прохилить их. Как только закопается, можете петов все убирать. Убежали милики снова. Убежали, убежали, убежали. Массакру. Пахлаван, отлично. Все, Пахлаван, беги куда-нибудь. Юй, до танчи. Заведи, Коля, в ромб. Ой, не в ромб, а в звездочку. Смотрите, под сбоку тоже никто не стоит, РДшники, она конусом дышит. Милики в спину не бьете. Лужа появилась. К печеньку побежим. Убирайте все петов. Пахлаван будешь танчить ты. Уже убрали все петов. Все в печеньку. Бежали. Обрезается? Да.
во все врезается. В порталы тоже. В порталы Локи ни в коем случае не ставите. Кто первый дает фрида? Первый Майлик отдаст, второй Романович. Все с печеньку уже сбегались. Должны все в пивар вылететь. Лететь обязательно. Рома, приготовься, если он начнет дышать, следующая будет. Ну, он обычно один раз. Все в печеньку сбежались, в одну метку. Право-лево. От... И любой хан дух природы. Ой, не природы, а этот. Понял. Там, кстати, портал стоял. Портал уберите, оттуда в портал врезается. Коля, отбеги назад, пахован, как только дернется на Колю, перетаунтишь. Далеко от босса не отходите, чтобы до вас фридом достал. Ну, Эдрика. Ну, фридом. Кто отдал? Я. Ты, Вадим, отдал, нет? Я отдал, да. Рома, твой следующий фридом. На всякий случай, два хила давайте с танка, два сзади станьте. Сосуны перебеги, то я вместе, вероятно, что они вдвоем стали. Все нормально, печеньки. Право-лево побежали. Молодцы. То же самое, Коля дернется. Нет, смотрите, два фридома сразу не отдайте. Первый Майлик, второй Роматы. Два раза иногда дышит. Рома, приготовься, сейчас, скорее всего, второй раз будет дышать. Саня, встань где-нибудь сзади. Кто нажимаешь массакру, если дыхать, это мать траур на лед. Все, разбегаемся, он умирает. Сбежались. Право-лево разбежались последний раз. Молодцы. Так, со второго босса кому-то что-то надо с замены? Быстрее, да нет? Если нет, пойдем той же пачкой. Пахлаван, давай в ретрика. Так же и пойдем. Все чудовища повержены! Я два раза отпала кружка, короче. Запустите босса кто-нибудь следующего. Все с десяти... Встали вокруг креста. Никто не отписался, значит, никому ничего не надо. Сейчас Вадим и Саня будете ролить на хапалах по половине стоимости. Даже в три раза меньше у нас хапала. Что еще? Надо Саня просто с музыкой сидел. Ну, я не знаю, надо что-то думать, у нас копало ни одного. Ну, упор на шмот делить, да и все, проблема. Типа, либо ему больше отдавать, он все равно больше хилит. Ну, типа, ебешить я его даже на полстоимости не буду. Типа, что это за приколы, блядь? Нет, просто сейчас... Типа, я в кару ходил, сколько КД, мне ни одной там шмотки на хила не отдали. Сейчас его ебешить надо, ага. Прикольно придумал. Я бы и бесплатно отдал танка на хилам. Ну, возможно, так и будет, потому что, видите, бля, буревестник вылетел, ёбана. Парту зайдёт? Хилить я не против, но ролить я не буду. Так, дайте лапу. Буревестник вылетел. Ладно, пустыня платите. О, отлично. Стаки снимаете сразу же, мгновенно. Бурсты тоже не тратили, на пенек бурсты. Сыграли поворотом все. Войт на змигим на хп на всякий случай. Булдрейва на прохил. Каст у босса. Буревестник выбежал. В Акачи прохильте.
Играйте, кто без АУЕ, играйте по бабам. Стаки сняли быстро, максимально все, кто могут. Быстрее, долго. Как только появляется портал, стаки сняли, сразу же все РДДшники отбежали к щиту Орды. Каз сбили, сыграли по тёлкам. Больше. Через сколько там портал у меня не показывает, Майлик выбежал. Развил. Сколько? Топ-хай попросил. Развил кто-то. И что это? Или сколько пенек? Бабу добейте, баба еще живая. Секунда, пенек, пенек, секунда. Геру дали. Сняли стаки, чередешники это все назад. Айсбаунд, Коля, нажми и мастера урна огонь. Саня, массакру нажимай. Гимн на хп Сашу. Мавар. Играли по големам. Он выбежал, Маша. Отлично, играем дальше по боссу, Каз сбили. Рахил. Лужа под боссом. Или что это, я не понимаю. Победи... Не, это вот кружка, наверное. Не кружка, а гадюка. Нет, лужа под боссом. Поворачивалась, выбежал. Стакись, быстро, 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 стакись. Дексиону прохил. Повезло. Мне массакра есть, я не отдавал. На следующий пенек оставлять. Сыграли поворотом все. Наеми, нажми гимн на хп, на всякий случай, по Ховану прохил. Будрейвен выбежал. Скоро будут на боссе стаки, приготовьтесь. Бурсты опять же на пенек, максимально быстро. Ну, а сейчас хорошо. Мавара прохил. Маша, Иннар по буревестнику, Изморский, Иннар тоже по буревестнику. Изморский БРР Райласа. Мистер Бонд кошель выбежал. Все ДКшники приготовились кастовать бомжей свободные. Кастуем бомжей. Троянского прохил. Максимально быстро стаки снимаем и отходим к щиту. Саня, массакру нужно. Стаки сняли. РДшники отбежали. Саня, массакра. Мастера урна огонь, Коля, если откатился, айсбаун тоже нужно. Если есть приз свободный с гимном, тоже нужны гимн. Дексиона выбежал. Попахапу прохил. Попахапу пойдет, отнимите, главное. Быстрее попахапу. Хорошо. Молодцы. Даже никто не сдох. Почему вроде как Райлос умер? Ну, он нет, этого сдох, он точно побегал не туда. Не, я тебе ставлю жопу, была лужа под боссом. Буревестник выбежал, стаки сняли. И, блядь, жопу никогда не ставь, дебил. А я уверен. И майлики развиваются. Добивать. Там когда ну или нажимаешь, они как-то непонятно развиваются. Может быть. Сыграли поворотом. И тупо босса выбиваем. Попуха попрохильте снова. Дальше попуха по в ДДшник, в танка, все остальные в ДДшник, да. Кому-то надо что-то с третьего босса с замену. Сацуна выбежал. И у стаки быстро. Кому ничего не надо с этого босса, тоже плюсаните, кто здесь находится в пачке. Небо наручи. Это кто говорит? Это Кодама? Кодама. Угу. Ну поменяйтесь местами с Ренессансом. Вакачи выбежал. Сейчас запустите босса, отбегите от центра, тотема уберите. Арбулет. Можно, можно, Дексиона. Если нужно. Только вы окни персонажа тогда, чтобы паска не тикала. Если тебе надо уйти, то можно. Рома, это тебе ничего не надо, значит, или что? Ты персонал. Да, тоже окни персонажа просто, чтобы паска не тикала.
Тут все равно горы трики не очень полезны. Так, отсил вместо Романыча. Никодама вместо Дексиона, значит. Заходи, Кадама. Офф, эти персонажи просто. Сум Кадаму, сум от силу. Похапов танка. Так, это тест. Так, Вадим, давай тоже в Копало, чтобы точно убили. Саня, релогнусь, одну минутку, пожалуйста. Да, я все равно пока расставляю пока. Все маги, пейте ледяной доспех, все лодки доставайте суккуб. Лишь бы Бельнора не было. Отлично, здесь Копало, так что отлично. Играем по черепу. Напоминаю, играем без АУЕшек. Юра, с тебя ледяная трапа какого-нибудь персонажа. Кадама, с тебя тоже ледяная трапа с какого-нибудь персонажа. Ваня, с тебя ледяная трапа под нас, которая каток. Я бета-тестера поставил. Бета-тестер поставить пойдет тотем для папахапа. Папахапа танчит мобов. Так. Краш-тест, ты свою суккубу отправляешь на ромбик. На ромбик. Рой и Лок Булдрейвен отправляют суккубу на печеньку. На печеньку. Теперь по контролям. Играем по черепу. Квадрат контролит первый. Определенно. После него от Ону. После Ону краш-тест. Трусы контролит первый топ-хайп. Второй контролит Булдрейвен. Третий контролит Изморский. Ромбик будет вначале суккуба контролить. Дальше запомни бета-тестер еще. Ромбик. Также ромбик тоже должен быть законтролен обязательно. Первый пойдет гриппать Троянский, потом Юи, потом Отсила. Ставлю рыбу. Дайте фул рибаф. Дайте фул рибаф пока, Даня. Кушайте рыбу, не затыкайте ее только. Сейчас, если метки не забагались, переставлю. Снёт вот. Мне фласку лука пить? Пей лукашни, тут уже не так важно фласки, что не тратишься. Самое основное уже прошли, на кого фласка нужна была. Так, крест. Все, готовность на пол. Влад, ты же трусы контролишь, правильно? Я квадрат. Который топ-хайп. Все отлично. Райлос. Ваня, ты задолбал, честное слово. Сейчас просто заменю. Вот, все готовы. Подошли все. Крест задалеко поставил. Крест все станьте. Стоит луна, за луну никто не выбегает. Только кто может контролить. Там, если надо, будет побежать, подбегут. Маги первые. Все. Поехали. Иди к Сатурну сидят. Гриппы отдали. Отдали контроли. Влад, подбеги. Готовьтесь квадрат контролить, еще один хекс остался.
следующий лок, который на квадрат был назначен контролить. Грипните череп к нам. Бэр по тупхайпу из морский. Череп добили. Квадрат законтрольте. И ром. Ребафните тупхайпа. Русы стреляют. Дальше играем по квадрату. Каст. Сбил. Все, играем по квадрату. Трусы и ромб должны быть законтролены. Все, кто контролил квадрат, Полинор, вставай сам. Дайте ему иннер маш сразу. Уже отдали. Косты сбивайте тут. После квадрата играем по трусам. Трусы нужно законтролить. Трусы стреляют, ребята. Кто контролит с ним? За кекс отдал. Дальше по трусам. После квадрата. Гриб трусы. Нет, мы сделаем по-другому. Сейчас на хэпауах будете за 10 ЕП стартовая. Ну и вообще на весь шмот сейчас будет по 10 ЕП стартовая здесь. Кроме триник. Ну хотя триники и псами просто. По 10 ЕП весь шмот. С танка сбежал много. Танк походу завис, смотрите. Давайте этот контроллер раздали. Я ДК взял, я взял ДК. Качнулся. Рогу главное законтрольте, Рога ДКшник. И ни в коем случае их лицом не танчите. ДК не забрали, ДК, я возьму нас на себя. Лусы все играем. Больше катков поставьте под нас еще. Рога пришел в рейд, смотрите аккуратно. Рогу заберите. Смотрите, Рога играет по ком-то милике, аккуратно. Перебегите в другую сторону, приморозный. Контроллер раздавайте. Его. Пытается по звездочке играть. Крест контрольте. И не танчите лицом. Да нормально, Мват, я же ничего не отнимаю. Пропакайтесь, а там крест. Иннер просит буревестник. Маска из морской. Из морской есть. Бэктестер. Все, добились, и дальше по кресту играть. Брисе милики, аккуратно потом. После креста играем ромбик.
Ой, закастуй гимна ману или санька, ты малар. Контроль чаром пока что. Такие было. Все, дальше по рамбу играем. ДПС фигей. Тихо-тихо, блядь. Я тут убираю адыка. Не, не надо, никуда зачем, уже ни в коем случае не надо гуляр тратить. Добьем так. Дальше после рамба играем печенька. Все присты на рейндж станете, потому что масфер будет закидывать. Когда будем играть в печеньку. Чтобы диспел был. Диспел ромбик. Еще раз. Все, играем по печеньке, грипп идти на туда. Да? Держите рейндж, присты. Все, можете хиловку за рядом держать. Ебать, мы выебем, да? Ну что-то, мне кажется, наоборот. Дальше по перепу играть. Где хапал? Бэт. Он слева подсчитал. А, вижу. В прошлый раз просто несколько раз этот пропадал шаман. Я несколько раз подряд. 2 КД. Мы его не убивали, шамана. За такой обувь бан. Так по мышцам их не багали. Он сам куда-то пропал, блин. За хлебом ушел. Ну. Дальше пишите, кому нужно что-то с четвертого босса. Давайте по Тирию дальше, это Луна. Потом грипните хэпала под Тирия, чтобы вместе задевать. Все, я могу грипп. Поцеловый ДПС. Ох. Бля. Ну, Саня. Ну, блядь. Не скликнул. У меня нету даже... Блядь. А, вот. Блядь. Ничего, блядь. Лыс. Вадим, Санечка, как вы, блядь? Как у вас дела? Да. Ой. Поскользнулся, тут лужа вот ледяная лежит.
Бля, сейчас кто-то дал Аргули. На этом, на вальках не будет девушки. Так я в танке буду. А, все, понял. Завалил ебал. Все, вставайте. Сундук лутанули? Нет. Да. Уберите там тотемы, если где-то стояли. Отбегите все к выходу. Бля, это броня уже задолбала падать, честно. Бис? Лучше бы топорик какой-то для товара какого. Хайп, вставай. Так. Нужно кому-то что-то с четвертого босса. С замены. Саня, забей. Дексиона Романыч. Романыч, по идее, выбор нам. Нет, но на готове. Хорошо, давай до Ксиона пойдешь, ДПС в принципе нужен. От Сива надо что-то с босса? Выбор, окей. Сейчас вроде есть ТП. Да, остаешься. До Ксиона, короче, ничего с босса не надо, да? Саня, может пошло? Окей, ПП-хапа. Ну так мы будем стараться закрыть все от 50. Нет, давай не будем стараться, давай закроем. И не понял. Все понял, ладно. Это не только зависит от ошибки. Сделаем ошибку. Это ко всех людей зависит. Если все люди не сделают ошибок, закроем. Маша, а где Маша? Маша, помогите. Маша почему-то в ледяной короне. А вот это ошибка. Вот, это ужасно. А морчик перед тобой. Так, теперь Троянский, о, не Троянский, Юни, Папахапа, Вакати и Пахлаван с танка. Четыре человека. Прыгнули уже. Юни танчит босса, Кадама и Ренессанс напуливают, все остальные берут темную. Слева от нас ловит Пахлаван. Справа ловит Папахапа, сзади ловит Женя Вакати. Тотемы, тотемы уберите, там стоят. Чьи? Гламур. Подчинитесь все на всякий случай. Все берут темную. Вначале никто сильно не врывается на всякий случай. Чтобы убили с первого драя. И встали все в один фрейм. Босса не бьете, пока не сказал, можно бить. Аппорт. Готовность на пул. А, рыбу сейчас ставлю. Сорян. Поешьте рыбу заново. О, блядь, я без фласки бью. Это ошибка. Это ошибка. Ну ладно, уже пить не буду. Если есть какая-то дешманская фласка на СПД, дайте приз по мне. Дай мне, Бен. Да мне же кинь. Почти что кинь. Блядь, дешманская, ты что, Саня, не максимум выжимаешь со своего героя? Ну, есть. Краш-тест. Ну, спасибо. Все, мне уже дали, спасибо. Да я как-то запизделся и просрал, что я класску не буду. Так, еще раз сорян, готовность проверить, как все ли готовы. Да, как гомосятина. И кучнее еще эту гомосятину надо сделать. Смотрите, пожалуйста, сферки не утайте, как в прошлый раз. В прошлый раз было ужасно.
Только на пульщики бьют. Играем по звездочке. Без АОЕшек пока что. Сильно не бурстите. Через сколько там спецспособность у меня не показывает? Здесь. Свет, воронка, все свет вы взяли? Юй, нажми и по темной играем. Танки ловите темные сейчас. Переводим по пути, не ловим темные. Рейд. Побежали. Аккуратно смотрите, темные не ловите. Кучно, кучно, очень херово стоим. Кучнее стали. Еще кучнее. Ну, подвигались чуть-чуть, еще кучно. Приспособность через 10. Темная воронка. Взяли все темную, играем по светлой. Саня, нажми массакру. Да, и БР из Морски по топ-хайпу перебежали все. По пути танк светлой белая, двое. Видите? Танк белая, танк белая. Ой, блять, Морски. У нас хил упал. Играем. Не вижу. Ничего страшного, у нас 5 килов так было. Войт сам прыгнул в кила по своей альтернативе. Все, дальше два щита. Смотрите, не обосритесь. Бурстанули. Дали бурст. На следующий отдадим Яру щит. Все, дальше будет темный щит у темной. Через секунд 10 возьмем, даже больше чуть, возьмем, поменяем цвет. Я заранее танков предупрежу. Танки, приготовьтесь, скоро будем менять цвет. Поменяли все цвет на белый, танки ловите темные сейчас. Играем по темной. Можно Геру уже отдать. Сбили щит. Прохилили всех. Перебегаем по пути, не ловим темные. Перебегаем все. Танки ловят темные. Кучно стали. Играем по темной. Иннер по Полинору, Маша, завей. И у тебя есть БР, подними топ-хайпа. Топ-хайп сразу темную бери. Договор близнецов. Взяли темную, играем по светлой. Быстрее бурсты отдали, у кого есть. Припоты нажали. Но приготовьтесь сбивать каст. Сбили. Наверное, не добьем, надо будет переводить. Переводим, танки светлые продолжают ловить. Переводи. По пути светлой не ловим. Аккуратно смотрите. Кучно стали. Продолжаем бить. А, не до выбора. Подняли Войда. Стукнул. А, договор, ёпта. Я запустил.
Сейчас. ИП начислен с кем? Нужен либо Петя, либо Ваня, кто-то из них. Похер кто. А ты за просто босса начислял? Я за всех сразу начислил. А. Сейчас.